9 мая, 16-й год, Харьков. Перекрыли, по-моему, дорогу частному транспорту. Люди идут к мемориалу славы. Минута молчания. Да, классно. Все, давай. Да, давай. Да, давай. Так, куда здесь пробиться? Так, у нас тут все сразу и священники, и милиция, в смысле полиция. Знакомая команда.
Даже не в курсе был, что парад будет. Женский батальон. Ух ты, с малюками все. Скульптура «Скорбящая Родина Мать». Со знаменем Победы, я так вижу, стоит ветеран. Девятое мая, 16-й год, Харьков. Знамя Победы. И
точечный огонь. Харьков, 9 мая, 16 год, 9:54 по Киеву. Закончились торжественные мероприятия, минута молчания, даже маленький парад. Пешим строем бойцы проходили. В общем, остальные мероприятия будут в центре города.